Здорово всем, народ! Записал я только что для вас видео, и сейчас я буду комментировать свою торговлю, почему я захожу в сделку. Итак, видите, идет пробитие верхней границы Боллинджера, у нас появляется красная свеча, и вот здесь я вижу, что смело можно заходить на понижение. Смотрите ситуацию. Одна зеленая свеча, еще одна, только начинается разворот, я захожу на понижение. Ни в коем случае, еще раз напоминаю, мы не заходим, когда вот идут просто вот так вот зеленые свечи. Обязательно дождитесь разворота. Кто не видел мое прошлое видео, посмотрите мое прошлое видео, я все там детально объяснил. Немного, конечно же, можно было зайти вот где-то вот здесь. Но, тем не менее, сделка у нас заходит. Идем дальше. Дальше, вот вы видите, тоже отличная ситуация. Но здесь я в сделку не вошел, потому что вот здесь я уже поздно ее увидел. И вот здесь вот я уже не рискнул зайти в сделку. Смотрите, что у нас происходит. Видите, вроде бы идет восходящий тренд. Да, но видите, идет пробитие. Только идет красная свеча, можем заходить на понижение. Пробитие, красная свеча, заходим на понижение. Также пробитие. Красная свеча, и опять же мы заходим на понижение. Восходящий тренд, но можно ловить вот такие вот моменты и нормально на них зарабатывать. Таймфрейм у нас стоит 1 минута, и на 1 минуту мы заходим на понижение. Идем дальше. Так, смотрите, какая здесь интересная ситуация у нас сложилась. Здесь у нас народ тенденция, видите? Я не дождался, когда будет пробой верхней границы, захожу на понижение. Немного не успел зайти, вот здесь вот нужно было сразу. Только красная свеча, со следующей свечи вот здесь я отлично зашел. Вот эта вот сделка, я вам скажу, у меня не зайдет. Смотрите, почему я здесь зашел? Потому что, смотрите тенденцию. Две одинаковые красные свечи, идет разворот. Две одинаковые свечи, идет разворот. Также здесь две... Сейчас я перемотаюсь там в видео. Здесь, смотрите, две одинаковые свечи, идет разворот. Две одинаковые свечи, опять же идет разворот. То есть, когда вы видите такие ситуации, можете смело в них заходить. В принципе, здесь идет все нормально. График будет дальше опускаться, но вот здесь, на вот этой вот сделке, нам немного не повезет. Ищем отличные сигналы, заходим, никакого мартингейла здесь не нужно. Видите, потому я захожу по 50 долларов, видите, одна сорвалась сделка. Но я здесь заходил по тенденции, видите ситуацию. Ну, здесь просто все наглядно видно. Никакие линии, никакие индикаторы вам не нужны. Идем дальше. Так, смотрите, что у нас здесь происходит. Зеленая свеча. Вышло вот такое вот жесткое пробитие. Опять же идет зеленая. Я здесь жду разворота. Никуда не захожу. Видите, когда вот идут такие вот свечи, вот так вот все они идут в ряд, да, в сделку не заходить. Но когда вот такая вот резко выстреливает большая, огромная свеча, то есть это признак того, что скоро произойдет разворот. Особенно, когда вот здесь, вот видите, график уже там не знает, куда идти. Вот видите, на одном уровне вырисовывается вот такой вот пин-бар, особенно когда он таким жестким крестом, здесь будет жесткий крест, это отличный сигнал для разворота. В 70% эта сделка заходит. Видите, я здесь жду, потому что график может попедалить дальше. Это рынок, здесь все может быть. Вот, я дождался красной свечи. И для меня это уже отличный сигнал, что сейчас график пойдет на понижение. И я захожу в сделку. Видите, ни здесь не заходил, нигде здесь не заходил. Потому что обязательно нужно дождаться разворота. Вот и все, и график разворачивается, все идет как нам нужно. Решил, народ, уже так вот снимать видео, реально вам комментировать каждую ситуацию, потому что люди просят, почему именно зашел в сделку. Обязательно посмотрите предыдущее видео, я там все рассказал. Всегда, когда идет вот такой вот резкий такой вот выстрел, 70% идет разворот. Конечно же, график может быть вот и дальше уйти вверх, это рынок, все может быть. Вот такое вот видео получилось. Сейчас заходит сделка у нас. С вами был Рэпер Трейдер, народ. Всем удачной торговли. Всем пока.